Всем привет! К нам приехал лодочный мотор в разобранном виде. Yamaha 9.9 четырехтактная, старого образца. Это от него двигатель. А вот сам мотор. В коробках, весь разобранный. А, распаковывай. В общем, весь разобрали. Хотели заменить крыльчатку или помпу. Наломали болтов. Вот здесь сломана пластина. Пытались высверлить заломыш. Непонятно, зачем начали снимать двигатель. И здесь тоже сломали резьбу. Попросили восстановить. В пакетике у нас есть кусочек резьбы. Но он нам не нужен, потому что мы все равно будем здесь наваривать. Затем надо будет шлифовать, обрабатывать плоскость. Так как после сварки немного поведет. Какое-то масло нам дали. Наверное, для двигателя. И еще нужно будет, кроме как... Еще нужно будет восстановить струбцины. Нету шайбы. Здесь нет ручки. Таскивай. Все переломали. Вот здесь. В общем, из этого нужно сделать лодочный мотор. Водяная помпа в коробке. Тут что, шпонка. Поддон разобрали. Болты. Будем надеяться, что болты все. Так, и где-то было сломано еще. Были жалобы, что мотор как-то плохо работает, я уже не помню. В общем, нужно будет чистить карбюратор. Мы проверили компрессию, свечи. Прямо так, на снятом двигателе. Свечи проверили под давлением. Все нормально. Свечи рабочие. Нужно будет покупать новую прокладку под двигатель. И, возможно, найдем еще какие-то проблемы. Тут что? А, вот и подушки нашлись. Могу достать. Разрываю. Подушки еще. Владелец примерно обрисовал ситуацию, сказал восстановить заломы, но я уже не помню, что нужно делать, поэтому по ходу будем разбираться. Так, а тут заломов нету. Хорошо. Хорошо, хоть втулки не убитые. Все нормально. Наварили тот участок, который был сломан. Затем мы обработаем его. Нарежем новую резьбу. А затем обработаем всю плоскость. Потому что после сварки немного все равно повело. Разбираем. Я разберу сейчас все, по-моему, очищу. Чтобы приварить эту сломанную деталь к поддону, нужно вот эту пластмассовую панель отсюда открутить. Но мы не можем, потому что закисли пальцы, которые здесь закрепляют ее. Поэтому нам придется их полностью высверлить.
а после этого изготовить новое. Извлекли из редуктора пластину основания помпы. Будем восстанавливать резьбу. Выкручивать залом. Его уже пытались высверлить. Редуктор мы полностью разобрали. Также мы восстановим этот кусок недостающей части. Заменим стакан помпы. Присутствует выработка. Заменим пластину помпы. И установим новый ремкомплект прокладок помпы. Крыльчатка в хорошем состоянии. И также заменим сальники в редукторе. Начинаем собирать коробочный мотор потихоньку, пока ждем запчасти. И вот механизм фиксации на заднем ходу работает немного некорректно. И здесь не хватает еще пружин. Вот все болтается вот так, само по себе. После установки оригинальных мощных пружин механизм заработал как положено. Все отлично. Хотелось бы еще заменить эту ось, которая заржавела и вот-вот сломается. Мы заменим ее на нержавеющую. Снимаем карбюратор для чистки. Были жалобы на нестабильную работу. Грязь. Бензин с маслом, похоже, солит, блин. В таком состоянии. Здесь мы заварили. Все механизмы, весь мотор был разобран до болтика. Что надо было разобрать, что не надо, все разобрано. Осталось установить двигатель, новая прокладка. И заниматься будем редуктором. Там надо будет заварить, собрать помпу и выправить вал. Теперь при допуске биения 2 сотки, после правки биение составляет 0,5 сотки. Как мы правим грибные валы, мы уже показывали в других роликах. Восстановили пластину. Теперь будем собирать редуктор после правки грибного вала с новыми запчастями для водяной помпы. Это новый стакан, новые прокладки и новая пластина помпы. И вот лодочный мотор из коробки Yamaha F99B готов, установлен в нашу емкость, работает хорошо, охлаждение хорошее, термостат работает.
хорошо работает. Сейчас заднюю. Все. Задняя работает. Стартер старого образца, как на ветерке или на зонгшенге. Эта модель не раздушивается до 15 лошадиных сил. Старая модель четырехтактной Yamaha 9.9. Пока мы занимались восстановлением и покраской редуктора, мотор был собран, и в поддон мы залили масло для того, чтобы посмотреть, не будет ли каких-либо подтеков. Все нормально, мотор простоял трое суток, нигде течи масла не было обнаружено. И вот сейчас он у нас поработал. Посмотрим состояние масла, чтобы не было воды, масло было чистое. Когда мотор был собран, мы его запустили, но мотор запустился на холодную очень плохо. Мы еще раз сняли карбюратор и повторно его почистили. После этого на холодную мотор стал запускаться без проблем. Подождали, пока он остынет, и еще раз запустили. Так, вот состояние масла. Прозрачное чистое масло. Такое же, как оно и было, когда мы его запустили. Мотор поработал в разных режимах во время пробного запуска. Все отлично. Кстати, здесь уже восстанавливали румпель. Сварено было до нас. Ну вот. В принципе, все на этом. Всем пока!